имейте толерантность и уважение к дискриминациям. 21 век мы до сих пор так живем. После жарких лучей солнца мы опустились в погреб и получили колоссальное удовольствие. Во-первых, от того, что там мы увидели множество старинных вещей. Давайте смотреть вместе, потому что я отстала от экскурсовода Ирины, нашей милой, прекрасной девушки, и самостоятельно осматриваю все, что предложено грузинскими друзьями. Это вид сверху. По лестнице спускаемся и идем. Видим и вина, видим бочки, в которых вина готовятся. Идут пояснения, как готовились вина. Винный погреб настоящий. А вот и грузинский чай. Посмотрите, такой мы пили в детстве. И книги, поделки. Несметное количество различных поделок. И наверняка их можно покупать. Для кого же они сделаны? Рассмотреть все досконально не было даже возможности. Но мы пробежались глазами и, увидев воочию, конечно же, были довольны этой экскурсией. Какие костяные роги. Если угощают гостя, то только лишь из рога. И выпить надо до конца, потому что рог не ставится. Одна через Грузию попадает в этот район, а тут не было фонарей, темные улочки назывались. И он говорит, как же это мне напоминает Монмарт. В итоге Жан-Шантен идет, и эти улицы названы в честь него. Что мы там видим? Много ресторанчиков, кофейн, молодежных клубов, магазинчики дизайнеров и грузинских мастеров. То есть место посмотреть на других, показать себя. Сегодня у нас выходные, так что эти улочки вечером не пройти. Курочки нормально. Прогулочная улица, где можно испить чистой водицы, что мы сейчас и сделали. Ого, вам не кажутся эти ворота знакомыми? Из фильма «Бриллиантовая рука». Это будет не беспочвенно думать, что до принятия христианства Грузия стала одной из первых православных стран в 4 веке. Это будет вся тема раскрыта. И, видимо, это значит, я буду сказать.
невеста была богатая, то это была серебряная чеканка, инкрустированная драгоценными камнями. И еще в приданом у девочек обязательно были шахматы и 5 книг греческих философов. То есть девушка должна быть не только хорошенькая, но и достаточно умная. И вот фотографируется часто у этого нашего памятника, и вы видите коленки. Ирина, это чтобы похмелья не было на утро. Вот и делюсь. Пойдемте сейчас. Вот видите, как интересно. И сколько такая сумка стоит, вот смотрите. И дорожная может быть. Что такое? Осветительный прибор или камера? Раритетная вещь.